Первая фотография, Бедар 93. Вот, мой сад превратился в паломничество. Я уже дошел до того, что говорю, ладно, заходите, ладно, снимайте. 5 минут, все, время пошло. Вот он, одна из таких картинок. Вот. Этот комментарий будет потом. Вот еще одна фея. Это моя внучка. Просто удачный снимок получился, видите? Я не фотохудожник, но случайно получилось красивый снимок. Вот. Вот еще одна девушка в моем саду. Ну, а эту уже девушку вы знаете. Вот. Это, знаете, Танечка Татьяна Александровна Железова. Внизу, смотрите внимательно, вот это вот ее телефон. Просто я уже в отчаянии. Каждый день звонки, все, ну не все, но больше половины спрашивают, сажемся. Я и так, и так, и еще советы ждут от меня. Вот телефон, вот она вам все и посоветует. Пожалуйста. Ну а то достоин ли этот сад, чтобы повторяться в 1000 садов, считайте сами. Вот. И одна моя все-таки идея уникальная. Странно, что эту задачу не ставит ни правительство, ни президиум, ни эти самые, этих самых Академии наук, ни Министерство высшего образования, ни науки, ни Минсельхоз. Они никто не ставит задачу, никто. Чтобы дачные сады, чтобы частный сектор превратился вот в это чудо. Никто. Миллионы заброшенных дач. Если бы знали, кто проезжал. Когда-то, извините, я даже не думал об этом говорить, но не могу. Когда-то Чехов проехал от Москвы до самого, до края, до Сахалина. Вот. По этой самой, по Транссибу. Вот когда-то Фритёв Нансен проехал до Красноярска, а потом на север до Диксона. Вот. А сейчас проедьте. Было захвачено законным путем миллионы дач. Сейчас там только одни остатки от бывших изгородей. Ничего больше. Вот это Сибирь. Да какая Сибирь, это и Запад такой же, чуть, может чуть лучше. Стоит такая задача, поднять это все. Это так просто, если бы это было сложно, наоборот, отказаться от всего наносного, выдуманного, дурного, тупого, и все это будет в каждом саду. Вот. Дети должны уйти, уйти из этих городов вонючих. Как проклинает Абакан. В этой войне растут дети, будущие мамы, будущие папы. Красноярск. В этой войне живут люди. Как понять не могут. Ведь средства сообщения какие. Только постройте дороги. Постройте линии электропередач. Сами все построите. Вот. А это милая сценка. Смотрите на этого ребенка. Вот, сейчас я покажу его деда. Вот. Почему? Мне надо с ним связь восстановить. Итак, человек пишет, мой абрикосовый рай. Зовут его Григорий Козел. Я все пролистать не смогу, здесь их знаете сколько фотографий, сотни. Вот. Значит, я к этому имею прямое отношение. Догадывайтесь, какое? Догадывайтесь. Замучайтесь ждать, когда закончится. Еще покажу несколько красивых фотографий. Самых таких. Дело в том, что он мог бы участвовать в соревнованиях на самые крупные плоды в России и даже не, и не только в России. Ой, красота какая. Эх, там бы его рассказ услышать о всех этих чудесах. В чем интрига, сейчас объясню.
Остановлюсь на этой фотографии. Мы мало посмотрели. Но время дорого. Вот этот малыш, так же, как мои малыши. Это счастливое исключение из правил. Помните, как там было, этот Уральский-то, Уральская область, Уральская, Оренбургская или, в общем, Уральская. Что было сказано? Наши агрономы сказали, у нас абрикосы расти не будут. А скажите, Сызрань где находится? Вот, знаете где, да? Вот так легко. Это Алексей Виноградов. Ваш земляк, вы два там таких уникума. Уже два на область. Да, уже два. Но это уже немало. Тут по одному не хватает пока на всю область. Вот с такими результатами. Почему я все это говорю? Потому что мы очень медленно двигаемся вперед. Идем дальше. Ну, здорово, да? Идет же. Абрикос академик. Ну, понятно, чей абрикос академик. Так. Значит, я пробовал восстановить переписку с Козелом. Я написал Павлу Троценко. Я все забыл и не смог найти переписку с Козелом. Просьба списаться с ним, узнать от меня. Он Павлу не ответил. Так. Вот. Он мне написал. Черенки выписывал Козел. Выписывал у вас, то есть у меня. Так. И вот что интересно. Сызранский район. Вот. И не просто там один-два удачных. Посмотрите, что творится. Следующая тема. Еще, а да, я все-таки, если Григорий увидит или кто-то ему передаст падение последний всех в районе. Вот. Хорошо бы отозвался, хорошо бы от него узнать, какие проблемы, какие успехи. Еще 2 года с тех пор прошло, как вот эти фотографии были.